В конце зимы стою на работе возле окна. Форшка закрыта. Да, форшка закрыта. У нас сквозняки постоянно, она то закрыта, то открыта. Короче, подходит ко мне парень, двуногий. Фамилия у него двуногий. Говорит, не одолжишь на месяц 5000? А я ему, а возле самой форшки стою. Говорю, было бы не дал. Он набычился и пошел. Неуклюжий, корявый весь, какой-то кривой, косой. И тут форшка раз открылась, и весной как пахнет, первый раз. Меня к добру потянуло, не как зимой к чужому добру, а потянуло сделать что-то доброе. Кричу, двуногий, он оборачивается, симпатичный парень в принципе. Говорю, да, дам я тебе 5000, даже не сомневайся. У него слезы из глаз, обнялись с ним, смеемся с тем. Форшка захлопнулась. Смотрю, силы небесные, стою в обнимку с уродом. Говорю, ты что здесь забыл, охламон? Он пятнами пошел, за сердце схватился. Форшка открылась. Говорю, Коля, двуногий, ну ты не сукин сын, обижаться на всякую ерунду. Совсем что ли ты без юмора? Завтра принесу тебе 5000. У него губы задрожали, обнялись с ним. Он говорит, ты теперь мой лучший друг. Я тебя люблю. И зря, говорит, ты возле форточки встал. Простудишься. Я ему, ничего, дорогой мой, не беспокойся. Он, я закрою, а то простудишься. Заболеешь и умрешь. Я, не надо, не закрываю. Он, нет, надо. И закрыл. Я говорю, руку свою поганую убери с моего плеча. Мне работать надо идти. Он постарел прямо на глазах. Щетина сразу полезла. Сгорбился, пошел к себе. Отошел он, а запах от него остался. Я форшку открыл. Подошел к нему, говорю, брат, если что не так, прости. Он ни слова. Но через минуту простил, говорит, больше так никогда не делай. Я говорю, Коля, я клянусь тебе, если я еще раз когда-нибудь, чем-нибудь, хоть одно дурное слово тебе, пусть мне в голову попадет молния, пусть земля разверзнется. Коля, кто-то форточку закрыл. Я думаю, ну земля разверзнется, ну молния в голову, ну не 5000 первому встречному. И оттолкнул его. А он такой сильный оказался, поднял меня и кинул к окну. Я пока летел, успел крикнуть, двуногий, гаденыш, считай, что ты покойник. И тут спиной о раму как дамся, и форточка открылась. Короче, людей надо любить, а не себя. Спасибо.